Ну, играем, играем. Так, играем, ребята. Я уже не знаю, это, наверное, 14. А что за ход? А что за ход сейчас был? Подклоняешь 4, да. Это ничего не дает, правда? Ну, как тебе сказать? Ну, ладью. Под слон Е3 прям, парень. Миша... Прямо умеет подставить, как надо. Миша Кубрик. Вот этим ником играл. Что это было сейчас? Что? Вот что он написал? Ну, он хочет сказать тебе, что ты бездарный шахматист. Если ну, бы почему он такие странные слова для этого выбрал? Если бы он был чуточку точнее, то от тебя ничего не осталось на шахматной доске. Что совпало много факторов, включая в его бессонницу и... всевозможные мешающие факторы. Что ты несёшь? Влияющие на результат его спортивной деятельности. Ты говоришь, что у тебя за курсовые там пятерки стоят. Ну, короче, он тебя послал, сказал, мужик, ты на фарте. Вот. Да. Мы приближаемся к отметке 2000. Угу. Очень медленно приближаемся. Потому что нужно нажать на паузу и дождаться соперника. Так, играем против человека с ником, похожим на Эс Вентуру. Нет. Ну, отдаленно, напоминающим. Так что будем называть его Брюсом Всемогущим. Как тебе? Ты уловил? Да. Так, нас вообще-то наивда пустили. Брюс Всемогущий сейчас, кажется, сейчас будет плохо. Хотя, наверное, не так все и страшно, да? Да, вообще как надо. Можно было еще секунд 37 подумать, в принципе. Да можно было, конечно. Ну а вдруг мы уронили бы флаг? Как тебе? Слушай, он такой вот, знаешь, боец. Реально всемогущий. Приходится признать свою ошибку. Все назад. Да, и в глухую оборону, все верно. Ну ты посмотри, посмотри на этого короля. Ну король Д2, и что? Мы же его никак не зацепим, да. Не королем взял. Было бы в духе всей партии. И что, как король на c3, я считаю, себя уверенно чувствует. Вот он сейчас пойдет b3 и все. Ну ладно, не пойдет b3. Чего ты же грабы стреляется, как у него впал флаг. Так. Ну что, следующий? Ты обратил внимание, что сегодня люди, которые пишут нам, не оскорбляют? Ну, они оскорбляют, ну, как-то изощрённо. Да, 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 да. Это как, знаешь, там... как попросить человека заткнуться? Не могли бы вы заткнуться, да, пожалуйста? Благодарю. Вот, вот что-то вроде этого. Опять да, с Эс-Вентурой. Пойдём Е4. Б4 же. Да Б4. Видишь, такие жертвы мне приходится идти, чтобы развлечь зрителей. Так. В чем прикол хода ферзь c7? Не знаю. Ужасный ход. Угу. Еще ничего нету, что ли? Так, d6. Ладья e8, e1, наверное. Или ладья c1. Реально что ничего нет? Не знаю. Так, наверное, все-таки. Судья вот так вот. Тут же вообще во все тяжкие, ты в курсе? Угу. Что делать дальше? Вот эту башенку бить. Не, ну эту башенку куда он денет?
Ну вот сюда вообще-то Ну, вот туда мы там все остальные башенки съедим. Так, значит. Придется брать башенку. Ты читал о том, как Высоцкий познакомился с шахматами? Нет. Ну, как же? Интересно, прочитай. Зачем, почему ты заинтриговал всех, кто нас смотрит? Ну, он пришел к выводу, что... Знаешь, к какому выводу он пришел? Нет. Он же убежит сейчас. Да. Вот сюда. Ну да. Он пришел к выводу, что если вы не умеете... Ты жертва ферзя. За что? И за что? За веселье. Вообще не вижу. Ну, короче, Высоцкий пришел к выводу, что если вот вы не умеете играть в шахматы, а у нас процентов 90 населения не умеет играть в шахматы, я так думаю, да? В других странах 99. Да? И что в этом случае? В этом случае, если вы... если вам под каким-то предлогом... То есть, либо попросят вас сыграть в шахматы, либо захотят вас научить, вы ни в коем случае не говорите, что вы не умеете. А в обязательном порядке говорить, что вы умеете, что просто не хотите. Это очень важно. Да, это что-то такое я слышал, да. Это очень важно, между прочим. Это пока никак не объясняет то, как он познакомился с шахматами. Так вот конкретно, ну, а кто уже хочет услышать эту историю или прочитать ее, советую вам погуглить, потому что мне лень ее дословно пересказывать. В общем, ты ее не помнишь, так нет, скажешь. Нет, я реально ее помню, но просто Высоцкий — это Высоцкий. Я не хочу вам портить эту дивную историю своим рассказом. Менее дивным рассказом. Да. Да. Все-таки. Ну что, у нас поровну времени, у меня одна лишняя. Против воли... Я иду к успеху. Против Владислава Третьяка играем. Да. Ну, возьмем. Ладья G8. Прямо под белые подарки, руй, смотри. Какая жертва с моей стороны. И тут сейчас что должны... Что сейчас вот люди должны сделать? Ты рокернул под белые поля. И что люди должны сделать? О, ну, боже. О, боже, он рокернул под белые поля. Они должны восхититься, да. Моей смелости. Тут он фигуру выиграл, нет? О. Тактика. Отлично. Слушай, мы все ближе и ближе. Так, ладно, еще партия и... Может, там есть турнир по минутке? Нет. Мне лень. Опять, играем. Эх ты. 6 секунд фора уже дал. Опять с третьяком. Я вот летом, когда был в лагере в детском... Что произошло? Ну... Короче, всем своим подопечным постоянно давал клички. Но я не мог запомнить их по именам, постоянно там всем раздавал. А их это устраивало? Или ты их не спрашивал? Нет, ну я не особо обидный, так? Просто обидный? Ну нет. Ну так. Ну просто реально, мне вот я тяжело, мне вот плохая память. Как же, и что? Ну вот... То есть ты моим соперникам тоже раздаешь клички? Да. Ну не клички, я не знаю. Поэтому кличка будет раздаватель ладий. Нет, раздаватель башенок. Ну там что, мат, что ли? Да, ну то, что он сыграл, это тоже внушает, конечно. Что это за ход? Симпатично. Так, пауза. Это у нас уже четвертый ролик закончился. Как да, и нам осталось 6 пунктов, и психологически важная ответка будет преодолена. А, замечательно. Это мы за 40 минут, получается, подняли меньше 400 пунктов.